К другим темам. Требуют деньги от детей и внуков. Количество пенсионеров, которые запрашивают алименты, растет. Об этом нам рассказали в Минюсте. Несмотря на то, что рост всего на уровне 1-2%, тенденция есть. Ведомства поделились и статистикой. По всей стране 264 родителя пенсионера получают выплаты от детей. И также одна бабушка от внука. Родитель, у которого нету, так скажем, средств для содержания себя, может потребовать от своих совершеннолетних детей выплату алиментов. Но если эти совершеннолетние дети не могут выплатить эти алименты, то эти обязательства могут перейти ко внукам или внучке, которые уже совершеннолетние могут работать. Отмечу, что в основном выплаты небольшие. В среднем сумма алиментов составляет около 5 МРП, а это примерно 18 тысяч тенге. Суд смотрит на заработок, на свое семейное положение, то есть смотрит на жизнь вообще с дедушки или бабушки. Может, ему на себя не хватает, не то что как бы на родителя или... В ведомстве подчеркнули, что многие дела не доходят до суда. Пенсионеры сами договариваются со своими детьми и внуками.